Всем привет, дорогие друзья, с вами Амбер Файв и в стиле ретро. Сегодня у нас в продолжении прошлого видео игра не менее колоритная, называется «Зверский футбол». Это супер игра, если вы не играли, я вам про нее сегодня расскажу. Игра, в которую я играл, наверное, когда мне было лет 12-14, тупо убивая в нее время. Опять-таки сыграем сегодня матч, выберем... Антуражный, да, вот этот попугай, рассказывающий. Польша, Франция, лягушка. Динозавры, Германии, итальянские пантеры. Нет, не прикалывался, да, аргентинские акулы, японские роботы. США, Англия закрыта. Ладно, Англия, Испания тоже закрыта. Чехия, Бразилия. Почему вот закрыто, мне интересно, США. Ну, давайте сыграем Аргентина против Италии, немцы. Там более сбалансированным. Давайте, наверное, Италия, Аргентина. Аргентина, Италия. Видите, за Аргентину играет Бурунос, Алхелла, Самуэль, Амрак, Рик. Ульми, Мини Лопес, Криспо. За Италию Буфон, Канара, Забота, Камранести, Томми, Касанова, Пьер Делла. А Пьер Делла Сандра. Ну, вы поняли, что это Алессандро Дель Пьеро. Что хочу сказать, игра может закончиться. В определенный момент у этой игры был определенный баг. Бах, если ударить по воротам, вратарь начинает дико тупить, ну, в конце концов, я это увижу, так что этот матч я могу тупо не доиграть. Что прикалывал, это, конечно же, пугает этот комментатор. Судья, конечно, прикольная. Да, и здесь, если не ошибаюсь, сейчас будет жребий, все такое, здесь нету нарушений правил. Головы и все такое, это есть. О, я еще и начинаю. Вот, видите, у меня мяч отобрали. Надо вспомнить, что куда. Ну, сейчас мне гол, наверное, вкатит. Нет, аут. Yes. Так, кое-что помню. Скажешь, ну ты вообще, ты еще что-то помнишь. Пасуем. Отнимите у него хоть. И удар, и аут, слава богу, аут. Пока меня тут жучат. И, ну, нет, вратарь действовал. И как легко у меня мяч добил. И я легко тут сейчас забрал. Буфон еще не на воротах. Что ж такое, 0-2 нас дёр. Ну дайте ударить хоть. Надо было Польшу соперником выбирать. Какой пушечный удар получился. И...
аут, слава богу. И... аут, слава богу. Пасуем нашему нападающему. Ну, мяч у нас легко забирает. Ух, как сейчас хорошо пробил-то соперник. Блин. Блин, 0-3 летим. Надо гол забить. Что такое? Это был супер. И да, 3-1. Ну не в сухую хотя бы. Хотя бы не в сухую. О, это же радует. Ах, подпутал я кнопки еще. Это меня. Да что ж ты? Сейчас был хорош. Могли чуть-чуть сократить отставание. Так, и первый тайм нам закончен. Слава богу. Ух, 17-6 по ударам владения. Слушайте. У нас прям так хорошо тут. Коляшки начинают. У нас хорошо прям так. Делают. А у них еще да супер удар будет, скорее всего. Да ё-моё. Ну, мать моя женщина. В эту игру особо долго вот из-за этого бага не поиграешь. И... Но опять обидно, опять вот... Сейчас могли же. Опять могли. А вот из-за этого бага дальше, чем, наверное, вторая, третья игра вот в группе, не получается пройти. Не получается. Опять-таки практика о многом говорит. У меня таки нету. И да, 4-2. Хорош ударчик. Не могу сказать, что сокращаем. Будем надеяться на что-то больше. Но вот 4-2. Это не 4-1. Это немножко поинтереснее, согласитесь. Я уверен, что сейчас кто-то смотрит меня и скажет: чувак, ё-моё, чё ты мучаешься? Зачем ты записываешь это видео, если толком не умеешь играть? Еще раз говорю. 5-2. Супер удар. Хорош. Ну, хороший удар. В стиле Рентера тут основная цель-то не победа как таковая, а показать игру. Хороший удар. Не во всех играх, не всегда я проигрываю, поэтому...
Мне нечего стыдиться. И гол 5-3. Здесь скорее автогол. И да, немножко подрастроен. Ну, здесь супер финты моего нападающего, супер ворота. Я отскок до голкипера, здесь автогол. Несомненно. Поэтому, ну, 5-3, да. При условии незабитого супер удара. Эх, чуть-чуть не точно. Могли сейчас. Кто говорил, что я совсем нуб в этой игре. Я нажимал кнопку. Блин, ну почему-то у меня немножко. А, вот смотрите, еще один опасный удар. У меня почему-то автоматом пальцы перескакивают на клавишу правее, то есть не на SD. Ох, сейчас было опять опасно. Да что ж никто-то. Вот, 4-6. Минуту еще осталось, чуть больше играть. Ну да, да, это, чтобы играть турнирчик, нужно немножко подыграть, разыграться. И гол, гол, 6-5, да, супер удар. Но 6-5 счет, ребятки. Там можно было и так забивать, я так чему бы забили. Ну вот для уверенности. А минуту еще, секунд 50 играть, можем и сравнять, 6-6 сделать. Вот если вспоминать прошлую игру, вот этот убойный футбол, как он там называлась. Здесь аут. Там мне более обидно было. Ё-моё, такой момент сейчас. Фак. 15 секунд. Вот он, я аутсайдер этого матча. Я уже переживаю, что не попадаем, блин. Блин, они еще стенку-то применили. Ну все. Победа. Не безоговорочно, все-таки согласитесь. Здесь радость. Ну вот небольшие. А, ну нет, не глюки. Вот такая получилась игра. Тут скажут, фигня детская, все такое. Ну, как видите, по ударам чуть я немножко все-таки вытянулся. Владим все-таки за итальянцами. Супер ударом 3-4 в пользу итальянцев. Ну, такая вот игра. На любителя, не спорю. Но все-таки свой антураж она привнесет. Если у вас есть дети, и они любят футбол, не любят футбол, все равно сыграйте. Дух игры, дух авантюризма, дух соперничества все-таки прибудет в этой игре все-таки побольше, чем вот в предыдущей. Поэтому советую, сыграйте. На сегодня это все. С вами был Андрей Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, что вам нравится, что мне нравится. Вспоминайте какие-то свои такие необычные игры, в которые вы играли. Пишите об этом. Ну и все, как бы. Пока-пока.